Всем привет, ребята, с вами Monster Rex. Сегодня я вам расскажу о новой апрельской обнове. Как вы можете заметить, я уже выбил, ребята, 5 питомцев. У нас сначала был баг, получается, с Safari Cat'ами, да, у нас было только 2 яйца, а не 3. И я из 2 яиц, ребята, сразу же с первого выбил Rainbow Safari Cat, офигеть. Ребята, я его сегодня, в общем, разыграю, получается. Пишите все свои никнеймы. Я, конечно же, выберу победителя. Ну а перед тем, как мы зайдем, ребята, в группу разработчиков, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Всем приятного просмотра. Так, ребята, ну и вот мы здесь. И нас встречает, ребята, 1 апрельский праздник с участием. Получается, смотрите, что у нас тут написано. Лапы на минутку, что сегодня. Отправляйтесь в новую 1 апрельскую зону через дверь в районе города. Ограниченное время, ребята, только получается у нас будет неделя длиться этот ивент, интересный таким. Вы можете поуспевать, наверное, хугов повыбивать. Кто выбит, конечно же, вы. Не знаю, я буду в шоке, если кто-то выбит вообще хуга. Ну что, ребята, у нас дальше тут есть. Симулятор питомца 1 зона. Получается, ребята, у нас добавили. Если мы сюда зайдем, выполним все 3 квеста. Получается, первый квест, ребята, у нас был April Fools, написать в чат. Второй у нас, кажется, 30 фруктов, ребята, получается, съесть питомцами. Ну и третий, это, кажется, 25 эрор честов сломать. Так вот, если мы зайдем в эту зону, получается, у нас там будет как будто зона в Pet Simulator 1. Это очень прикольно. Получается, вернули в апреле такую интересную зону. Если вы зайдете в этот, кстати, дом, то вы попадете в эту локацию. Очень прикольно. Ну и тут у нас написано: добро пожаловать во взрыв из прошлого. Pet Simulator 1 вернулся, но теперь на Pet Simulator X. В области возврата есть новые яйца и секретка, ребята. Вот там секретка есть, сейчас я вам расскажу, как в нее попасть. Ну и чтобы разблокировать область, необходимо выполнить 3 квеста, которые я вам только что рассказал. И дальше, ребята, у нас тут эрор домашние животные. Получается, есть 3 питомца из Dog, Аксолотль и Дракон. Все они эрор из эрор группы, так сказать. Также, ребята, добавили Хуга. Хуг эрор Кэт. Также у нас добавили, ребята, получается, эрор Экс. Вы можете, но знаете, что самое печальное? То, что оно все за гемы. Если вы, например, купите 1000 яиц, получается, вы потратите где-то 180 миллионов. Конечно, это не так сильно, но все-таки не очень хотелось бы так много тратить гемасов. Есть также обычные яйца, но это есть золотые. Как можно здесь отметить, тут написано: найди новые яйца в 1 апрельской зоне. Эти яйца эрор, получается, они стоят, ребята, бриллианты, а не монеты. Теряйте время выводить питомцев с ограниченным сроком действия, в том числе и огромного кота-ошибку, то есть Huge Error Cat. Ну и тут нам, ребята, пишут, так сказать. Помните, что квесты должны быть выполнены, чтобы разблокировать эту локацию. И вот, ребята, секретная дверь. Тут что-то написано: 4-4 не найдено. Хорошо, если вы это читаете. Трудно не использовать секрет. Короче, мой переводчик просто ужасен. Интересно, где может быть эта дверь? Ну, конечно же, в той локации, там, где у нас, получается, вот так вот строчку яйца выстроены, и там шляпы еще справа. Ну и как же, ребята, туда зайти? Чтобы вам туда зайти, вы просто пишете, подходите к этой двери, пишите в чат please на английском. То есть сокращенно please, и все. И вам открывается, получается, эти замки снимаются, и вы попадаете в локацию. А вот как выглядит сама секретная комната. Узрите секретную 1 апрельскую комнату. Мы вложили много труда в эту новую комнату, и это видно, верно? Ну да, ребята, посмотрите, тут попкет огромный, Хьюберт плюс Титаник. Тут еще Титаники, ребята, вот такие вот хипомелоны. И вот текстуры, короче, все текстуры, которые я недавно мне ролики вам говорил. И как вы можете заметить, тут даже написано: удачи попасть. Обязательно вежливо попросить. То есть, то, что я вам сказал, просто плиз пишите, и все. И вы заходите в эту комнату. А вот само секретное яйцо, это Diamond Error Egg. В секретной области есть яйцо с лучшими шансами на выплепление Хуга. В общем, там вроде бы написана табличка. И написано то, что здесь 10 раз больше шанс на Хуга. Ну что там, я не доверяю Плесану. А как вы думаете? Вот, тут есть табличка 10xU chance. Не думаю то, что там прям 10 раз выше, но возможно так и есть. Ну и самое интересненькое, как я считаю, это фруктовые бустеры. Получается, вы можете сломать любой из этих фруктов, он спавнится абсолютно где угодно почти. Получается, у нас ананас, я не знаю, что дает, поэтому я его пройду. Короче, ну самое, что я знаю, вот нам золотое яблоко показывают, он дает коин бусты. Обычно яблоко, кажется, дамаг. Груша, не знаю, кажется, он для всех бусты, сразу все бусты.
И из-за этого эта штука. Дальше у нас получается апельсин. Не знаю, что он дает, опять же. Кажется, скорость или ананас скорость. Ну, в общем, пока что я не все фрукты знаю, что они вообще дают. Не очень-то я помню. А вот, ребята, error chest. Если вы его сломаете, то вам дадут, ребята, получится рандомный эффект. Вы можете стать или огромным, или маленьким. Или вы можете получить огромный прыжок. Ну и также вы можете стать сами error ошибкой. То есть у вас скин изменится. Вроде бы, ребята, до этой съемки я все про это использовал. Мне сейчас лень просто заходить в симулятор X вам это показывать. Но, конечно же, я вам все рассказал. Вы можете ломать эти сундуки, и вам разные эффекты могут накладываться. И, ребята, я еще в шортсах снимал про вот эту штуку. Потому что здесь Paintball Launcher есть. Вы можете его взять и стрелять в разных игроков. Если вы попадете, получается, тогда игрок, в общем, раскрасится. Тот цвет, который у вас шарик. И, ребята, самое крутое, здесь добавили бесконечных домашних питомцев на 72 часа. Но, на жаль, только 10 тысяч, только он стоит 10 тысяч робаксов, довольно-таки дорого. И вот, ребята, пресс у нас 750 питомцев одел. Там титаники, хуги и вот дофига, ребята, эксклюзивку надо одел. И, ребята, куча фанартов тут есть интересненькие, такие смешные. Как по мне, самый крутой здесь это вот этот, ребята. Который я показываю сейчас. Очень понравился мне. Как и спецсимулятор первого, только здесь какие-то глаза интересные. Короче, все самое здесь дорисовано. Ну и здесь, ребята, разные извинения, баги использованы и, так сказать, исправлены. Ну, в общем, тут ничего интересненького нету. Давайте перейдем в спецсимулятор X. В общем, ребята, кажется, я все вам рассказал, но также я бы очень хотел вам показать сейчас, где у нас error chest. Потому что мне очень нравится, как они накладываются на вас, то есть эти эффекты интересненькие. Как я знаю, вроде бы больше всего их или в Cat World, или в Kawaii World. Они могут быть где угодно. Пока что я что-то не могу найти. А вот он, там есть один сундук. Давайте сейчас посмотрим. Нам может выпасть все, что угодно. Кидаемся. И, ребята, наш скин изменился. Посмотрите, мы теперь стали Error Skin. Кстати, вот, довольно-таки очень прикольненько это выглядит. Я стала какой-то ошибкой. Теперь я игрок-ошибка. И, ребята, здесь тоже есть, в общем, такие сундуки. Итак, ребята, и смотрите. Теперь у нас Low Gravity. Получается, мы как будто на Луне находимся. И мы вот так вот высоко прыгаем. Также, я знаю, есть буст. Мы можем прям очень высоко прыгать. Прям до конца всех, ребята, вот этих зданий. Ну, на этом, ребята, я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился мой обзорчик. Ну, а меня зовут Monster Lex. Всем хорошего настроения и всем пока.